Всем привет! С вами Маша Смолот, и мы продолжаем серию шахматных фигур. Я уже в предыдущем видео я показывала, как вырезать черепушку, точнее пешку в виде черепа в пиратской бандане. А дальше у нас идет ладья. Она будет выглядеть так. Отличительная особенность, значит, у нас треуголка и наглазник на одном глазу. Вот. Чтобы фигурка не падала, я еще вырезала воротник. Вот, поэтому он будет стоять. Значит, ладья у нас чуть выше, чем пешка. То есть я взяла пешку у нас 3 сантиметра, то ладья 3,5. Материал все тот же, липа, я уже отметила. 3,5 сантиметра, и сейчас начну. Кому интересно посмотреть видео, как режется лицевая часть черепа, то я где-нибудь вот здесь или вот здесь дам подсказочку, чтобы перейти на видео, где я режу пешку. Там я рассказываю, показываю подробно, как я режу лицевую часть. А сейчас же это будет все под музычку. Быстренько, и вы будете просто наблюдать за процессом. Ну что, поехали? Thank you.
Так, ну что, пожалуй, работа ножом на этом этапе завершена. Я придала основные формы. И сейчас буду переходить к механической обработке. Я сначала отпилю, а потом уже шарошками буду доводить до приличного вида. Можете заметить, получились абсолютно разные черепушки. Но, как я и говорила в первом видео, что я не гонюсь за точной копией. Вот. А черепа у людей разные. И просто вот этот получился у меня такой широкомордый. А этот более вытянут. Размер у них одинаковый. И с другими фигурами не перепутайте точно. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на мой канал, не забывайте про колокольчик, чтобы не пропускать обновления моего канала. И встретимся в следующем видео, в котором я буду вырезать коня. Всем пока!